Экран мой видно, да, народ? Давайте начну. Объясняйте, сразу записывать. Вопросы будут, спрашивать. Сегодня мы с вами пройдем несколько алгоритмов, именно по графам. Первое, то, что я хотел объяснить, это вот, начнем тему Spanning Tree, короче, Spanning Tree. То есть, в некоторых случаях, я еще посередине лекции расскажу, в каких случаях, нужно будет использовать именно алгоритмы для составления Spanning Tree. То есть из каких-то графов делать какие-то деревья. Сейчас это все будет ясно. Сейчас объясню. Spanning Tree – это когда у вас есть какой-то граф. Возьмем какой-нибудь там граф такой. Любой граф. Например, не знаю. Ну, вот так пусть будет. Это когда у вас есть некий граф. Из этого графа вы должны сделать некий Spanning Tree. Spanning Tree – это когда у вас остаются те же ноды, те же вертексы, только количество ребер у вас уменьшается. То есть, по сути, чтобы составить из этого графа Spanning Tree, то есть это дерево, Spanning дерево, нужно, чтобы остались все ноды, которые присутствуют, все ноды, все вертексы, но нужно работать именно с ребрами. То есть некоторые ребра придется убрать. Почему? Потому что нам нужно составить именно дерево. В данном случае это не дерево. Почему? Потому что у дерева нету вот этих вот, как сказать, лупов. То есть у дерева нету соединения, именно луповое соединение, когда можно от одного нода кругом пробежаться и прийти к нему же обратно, да, сделать луп. Это уже не дерево получается. Вот, например, давайте я сделаю Spanning Tree, потом расскажу. Смотрите. Spanning Tree, нужно сделать дерево без лупов. Например, здесь, кстати, вариантов очень много может быть. Давайте возьмем. Здесь может быть очень много вариантов, например, как из этого графа состоит дерево. Первый вариант, например, мы возьмем тот же вот этот нод. Берем нод, соединяем с ним, соединяем с ним, соединяем с этим нодом, например, да? Вот это соединение идет. Только уже его с ним соединить мы не можем. Почему? Потому что получается опять же луп. Это уже не дерево получается. Делаем мы что дальше? Мы можем соединить с нижним нодом, можем соединить с этим нодом. Но опять же мы вот это соединение делать не будем. Почему? Потому что опять получается у нас луп. То есть вот это соединение мы убираем. И вот это один вариант Spanning Tree. То есть это дерево, когда есть нод, у него есть, скажем, child, у него тоже есть child, у него есть child, у которого есть два child, например. Да? Это Spanning Tree. Но это один вариант. Этих вариантов может быть куча. То есть вместо вот этого соединения, скажем, вместо вот этого соединения, можно было сделать это соединение, скажем, вот это соединение и это убрать. Тоже получится Spanning Tree. То есть вот это вот, скажем, убрать. Это тоже Spanning Tree, без никаких лупов и так далее. Или же можно было сделать вот такие вот образы. Сейчас, секунду. Можно было сделать вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Все, сори. Так нельзя. Здесь только два варианта получается. Или так, или так. Это называется Spanning Tree, да? То есть из графа построить дерево, где все ноды соединены, и количество ребер, вот, кстати, есть такая формула, количество ребер должно быть на один меньше, чем количество нодов. Сколько у нас здесь нодов? 6 вертексов, да? 6 нодов, 6 вертексов. То есть количество вертексов у нас 6, а количество, значит, ребер должно быть 5. Раз, два, три, четыре, пять. И напишем формулу, то есть количество ребер равно количество вертексов равно количество ребер плюс 1. То есть когда вы делаете Spanning Tree, у вас должна ваше дерево должно соответствовать вот этому вот формуле, вот этой формуле. Где это применяется? Это просто вот начало, да? Давайте посмотрим. Тем более мы здесь не указывали никаких весов, там 6, 5 и так далее. Есть понятие Spanning Tree, это когда ты просто оставляешь дерево, как мы только что делали, да? А есть понятие минимум Spanning Tree. Минимум Spanning Tree. Именно минимальное дерево, которое состоит из минимальных ребер.
Минимум спанинг три, конечно, вы уже, надеюсь, догадались, что используется именно, когда у ребер есть веса, у ребер. Например, давайте что-нибудь посложнее, ну или давайте такой сперва легкий возьмем, граф 1. Вот такой давайте даже, вот такой легкий граф возьмем, где все соединено, скажем, да? Все или вот максимально соединены, вот так вот давайте оставим. И, скажем, есть у ребер какие-то значения, это может быть, опять же, километры, не знаю, там, какие-то веса для наших ребер. 5, 6, 1, 2, 7. Да? Возьмем вот так. И нам скажут, из этого графа опять составьте spanning tree, только уже минимум spanning tree, чтобы взять именно минимальные ребра. Минимальные. То есть если у нас будет вариант взять ребро с весом 6 или ребро с весом 5, мы должны будем взять 5. Здесь есть два алгоритма. Давайте я сперва вам покажу на output, что выйдет, а потом покажу два алгоритма, с помощью которых вы будете из графа делать spanning tree. По сути, на output здесь должно быть вот так. Однерка, да, минималка здесь. Скажем, двойка по-любому будет. Здесь семерка по-любому будет, потому что здесь только одно ребро. А здесь будет пятерка. Вот так вот. Вот это у нас получается. То есть мы убрали два ребра. Это вот это ребро с весом 10 мы его убрали. И убрали ребро с весом 6. То есть здесь нету никаких лупов обратно. И это наше дерево. Опять же, количество нодов. Секунду сейчас. Так, сори. Вот количество нодов здесь 5 вертексов и количество edge здесь 4. То есть вот 1, 2, 3, 4, 5 нодов и 4 ребра. 1, 2, 3, 4 ребра. Народ, меня слышно, да? Да, слышно. Все, дальше идем. Это минимум spanning tree. Теперь смотрите, сейчас я про алгоритм расскажу, как из графа составлять вот такой tree. Но сперва, где можно, например, применить, да, зачем нужны, например, минимум spanning tree вообще в жизни? Ну, например, представим, что опять же у вас есть города. Самый такой простой пример, которым все объясняют, зачем он нужен. У вас есть города, они, скажем, дорогами не соединены. Да, у вас есть города. И вам сказали, сделайте так, чтобы все города были соединены, но у нас как бы не хватает денег на вот это, да, как лично, как у нас. Не хватает на ремонт там, ой, то есть на то, чтобы там проложить дорогу, но у нас не хватит денег, чтобы с каждого города в каждый город можно было уехать. Просто сделайте такое соединение городов минимальное, чтобы можно было попасть с любого города на любой, но при этом построить минимальное количество дорог. Или же, например, сети, самый классный вариант – это сети народ. Опять же, скажем, у вас есть там какие-то точки, скажем, у вас есть компании в одном городе, вот скажем, вот эти вот, 5, скажем, филиалов вашей компании есть, и вам нужно проложить какую-то сеть, чтобы по этой сети, не знаю, по этой сети общались именно ваши филиалы, да? Чтобы не в интернет выходить, а по вашей локальной сети общались ваши филиалы. И опять же, здесь не нужно соединять каждого с каждым, здесь главное, чтобы они все были соединены как-то там, через кого-то, но как-то были соединены. И поэтому вы тоже скажете, главное, чтобы все были соединены, но потратьте, короче, минимум для этого ресурсов. Денег, там, минимум кабелей и так далее, и так далее. И вы можете посадить именно вот таким образом. То есть, чем, например, соединять? Здесь вы убрали, скажем, вот это вот, убрали сеть в 10, скажем, километров, 10 километров. Его убрали. Да, здесь его нет. Но все со всеми соединены. Если, скажем, этот филиал захочет как-то попереписывать с этим филиалом, он будет просто через вот эту сеть работать. Поняли, да? Здесь логика в том, что по минимальным ресурсам соединить все точки, короче, минимальными ресурсами. Это есть минимум spanning tree, по сути. Или же, например, турист приезжает в какую-то страну, говорит, вот есть там 5 городов, я хочу их всех посетить, да, только проехав минимальное количество там расстояний, что ли, что-то типа того, например. Но это, наверное, не самый хороший пример. Самый хороший пример именно с сетью, с интернетом.
Надеюсь, понятно. А теперь есть два алгоритма, которые вам нужно знать, которые мы будем спрашивать на митках, на файналах, да? Это prim, алгоритм prims. Prims, минимум spanning tree алгоритм называется, и Kruskal. Это имена их там, кто придумал. Prims алгоритм и Kruskal алгоритм. Они оба делают одно и то же. То есть в конечном счете и тот, и этот алгоритм строит один и тот же tree. Просто они делают это разными методами. Давайте покажу. Немножко чуть побольше теперь нарисую граф. Алгоритм довольно легкий. Никакой сложности нет вообще. Ну и вот так давайте нарисуем. Какой-нибудь граф. Давайте как-то вот так. Нет, слишком. Давайте вот так. Вот так и вот так вот нарисуем. Да? И все, хватит. И возьмем, например, давайте, здесь у нас A будет. А, хотя ноды тут уже разницы нет. Здесь нужно веса. Скажем, какие-то там веса 5, 4, 3, 6, 8. Скажем, здесь вот эта длинная будет 10. Да, 10. А здесь, скажем, 7 давайте. И здесь, скажем, 2. Да. Как работает именно Prims алгоритм? Prims алгоритм. Минимум spanning tree алгоритм от Prims, да? Он просто находит из этих всех ребер, находит самый минимальный, то есть самый минимальный вес. Это 2, да, например, в нашем случае. Если было 2 двойки, вы бы взяли какую-то одну из них. То есть рандомно выбрали бы. Он выбирает самое минимальное ребро, рисует его, то есть он его берет. И теперь, исходя от этих двух нодов, надо найти, опять же, минимальное ребро. То есть отсюда, которое идет минимальное ребро, или отсюда, которое идет минимальное ребро. Смотрим, сверху у нас идет ребро 3, вот с этой точки, да, с этого нода. Идет 3, 4, 7, а с этого нода идет 8, с нижнего нода идет 8. Ну, понятно, что 3 это минимальное, вы берете, рисуете этот edge, да, это ребро. Теперь исходя от этих трех, надо исходить от этих трех нодов и искать минимальные. И здесь видно, что 4 это минимальное, которое исходит вот отсюда, да, вот от этого нода. Ребро 4 минимальное, рисуете 4. Теперь следующее ребро минимально у нас получается 5. Но 5 мы делать не будем. Почему? Потому что он делает у нас луп. Он делает вот это круговое движение, получается. Луп. Тогда мы 5 пропускаем, игнорируем. Ищем дальше. После 5 у нас 6. А 6 это у нас подсоединено же сюда 6. То есть мы ищем именно те ребра, которые подсоединены к этим ребрам, которые мы сейчас 3 строим. Нам нужно искать ребра, которые к ним или к нему подсоединены, или к нему подсоединены, или к нему, или к нему. И минимальные, короче, надо найти. Минимальные из этих всех ребер, которые к ним подсоединены. 5 мы игнорировали, потому что он делает луп. Следующее ребро, которое подсоединено, это 6 минимальное. Да? Вот это шестерка. Следующее у нас 7. Смотрим, вот это семерка. Подсоединено тоже 7. А следующее ребро у нас... А, все, да, вроде все. У нас давайте посчитаем, у нас сколько ребер у этих нодов у нас 6, вертексов 6. Ребер 1, 2, 3, 4, 5. Все, мы закончили. У нас 6 вертексов и у нас 5 ребер. 5 edge плюс 1. По формуле подходит. Вот это получается минимум spanning tree для вот этого графа. То есть мы взяли именно минимальную дорогу и соединили все точки. Почему этот, как этот 3, например, взять вот этот нод. Это будет якобы парентом. У него будет якобы 4 чайлда, видите, в 4 стороны, это 4 чайлда. И у одного из них, из этих чайлдов будет еще один чайлд. То есть у него якобы 4 чайлда, и у одной из этих чайлдов есть еще один чайлд. Из графа сделали якобы вот такой 3. Вот это 3 получается у нас. Не binary search 3, это просто 3, где чайлдов может быть много. Prims алгоритм, я думаю, ясно. Он делает вот такой вот такое вот дерево, да? Давайте возьмем его, уменьшим, оставим здесь. Хочу показать, что Kruskal алгоритм, второй алгоритм делает то же самое. Просто оставим здесь.
Временно вспоминаю вроде. Так, кружку алгоритм очень похоже делать то же самое, только разница в том, что если прим ищет, примский алгоритм, ищет ребра, которые конкретно соединены, да, с этими ребрами, то кружка этого не делает. Он просто берет минимальную, да, двойку, минимальное ребро берет, и берет следующее минимальное ребро, это 3 в нашем случае, 3. Следующее минимальное, здесь просто давайте чуть-чуть допишу, граф изменю, чтобы вы поняли. Давайте я здесь сделаю 2, здесь пусть будет, давайте здесь пусть будет 3, чтобы понять кружку, а то здесь немножко граф не подходит мне. 3, и здесь пусть будет тоже, скажем, ну, давайте здесь будет 9 пусть. Пусть здесь 9. Сделаем потом. Ну, все нормально. Давайте вот как кружка работает. Он берет двойку, минимальную. Минимальное ребро берет. Следующее минимальное ребро 3. А если бы мы работали именно с алгоритмом прим, он бы 3 не взял. Почему? Потому что ребро тройка, оно не соединено с нашим 3, да, который мы сейчас строим. Но кружка, он его возьмет. Я не знаю, как это правильно назвать. Кружка. Кружка, короче. Кружка, он его возьмет. Он просто берет минимальный. А следующий минимальный, это 4. Он берет, соединяет. Соединяет. Здесь четверку. Ребро 4. Следующий минимальный у нас 5 нету, 6. Он берет и делает здесь 6. Кстати, теперь вот это не актуально, потому что мы граф уже изменили, да? Вот этот примс не актуальный сейчас. Что мы граф поменяли, здесь мы поменяли именно веса. А после 6 минималка это 7. После 7 8. Но 8 мы делать не будем. Почему? Потому что происходит некий луп. Мы 8 игнорируем. 9 тоже происходит луп. И все получается. Мы все ноды соединили. У нас опять же 6 нодов и 5 ребер. 1, 2, 3, 4, 5. То есть делай это примом, делай это кружковым. У тебя получается одно и то же. Просто прим ищет именно ребра, которые подсоединены или к нему, или к нему. То есть он что-то подсоединяет и именно ищет ребро, которое или к нему, или к нему, или к нему подсоединены. А кружков что делает? Кружков берет минимальное ребро, следующее минимальное ребро, следующее минимальное ребро, следующее минимальное ребро, следующее минимальное ребро, и вот так он соединяет в конце концов. Но получается то же самое, что делает примс. Понятно? То есть вы должны понимать именно эти алгоритмы, как они работают, прим и кружку. Если всем все понятно, переходим к главному сегодняшнему алгоритму, где нужно сейчас конкретно поработать. Надо, хорошо, что я видео записываю, потом надо будет вам еще раз пересмотреть. Он немножко путает. Называется очень такой популярный алгоритм Джикстра. Алгоритм Джикстра, короче, для нахождения именно коротких путей. Shortest Path Algorithms. Там есть несколько алгоритмов, но самый популярный, самый тот основной, с которого начинает обучение, это Джикстра. Тут обязательно должны быть веса ребер, потому что мы ищем именно короткий путь. Да? То есть найти от пункта А в пункт Б. То есть от одного вертекса к другому вертексу, там, любому другому вертексу найти короткий путь. Давайте сперва покажу я это на графах undirected графе, а потом на directed графе, чтобы вы поняли. Хотя, как бы там одно и то же, но чтобы потом не было вопросов у вас. Нарисую вот такой вот граф. И давайте вот такие вот соединения сделаем сюда. Пока это undirected граф. То есть нету направления. Все города со всеми соединены. И давайте вот так возьмем. Этот возьмем, ладно. Максимально соединение сделаем. И давайте укажем, что это нод A. Это нод B, C, D, E. Ну, чтобы понимали, откуда куда мы идем. Скажем, это F, это G. Вот. И когда решаете такую вот задачу, обязательно нужно дать
две точки, как бы. Откуда и куда нужно попасть, чтобы найти короткий путь. Именно в Джикстра алгоритм самое главное указать, откуда вообще выезжать. Да? Самое главное указать, откуда ты выезжаешь. Потому что этот алгоритм находит короткий путь в любую точку, начиная, то есть указываешь только на точку, откуда ты начинаешь, то есть нот, откуда ты начинаешь. Этот алгоритм строит короткий путь во все другие ноды. А потом выбирай, в какой нод ты хочешь. И там, ну, сейчас увидите разницу. Давайте выберем здесь самое простое. Выберем, что мы отправляемся с нода А. То есть мы ищем короткий путь с нода А там, в любой другой нод. Да? Но мы отправляемся именно с А. Нужно построить сразу такую таблицу. Типа, куда мы идем? Ту, скажем, да, куда мы идем? Скажем, distance будет, дистанция. И будет, скажем, from. Сейчас поймете, что за from. И там нам такая понадобится таблица. Давайте вот это уберу, мешает. Вы следите, чтобы главная запись шла. Потому что этот алгоритм путает, нам его нужно пересмотреть еще. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да? Здесь просто пишите все вертексы, да, от А, Б, С, Д, И, Ф, Г, например. Да, правильно, 7, да, у нас надо, 7, все правильно. Теперь distance, смотрите, у нас source, откуда мы начинаем идти, это всегда А. Ну, возьмем А, вообще можно взять любой другой. То есть, если вы выезжаете с Е, возьмите с Е. Я сейчас показываю конкретно для случая, когда я выхожу с точки А, с нода А. Если ты выходишь с нода А, и ты хочешь дойти до нода А, то есть выходишь с А и идешь типа в А, если в свой нод, он будет нулем. Понятно, да? Distance 0, потому что из А в А идти 0, как бы, километров, потому что ты там не находишься. Зачем писать 0? Вы скажете, зачем 0 писать? Сейчас увидите, это очень важно. И from здесь ничего не надо писать. Сейчас поймете, что такое from. Теперь смотрите. Делаем следующее. А, еще у нас будет список, не знаю, какой-то массив, как вы это реализуете, можно разными способами. Массив уже посещенных нодов, которые мы уже посетили. Так, смотрим. Пока мы еще ничего не посетили, массив пустой. Начинаем с А. Ой, я еще не нарисовал, да, здесь эти. Давайте какие-нибудь дистанции нарисуем. Так, 5, 1, 1, 22, 2, 3... Здесь возьмем 2, здесь 3 возьмем. Здесь что-то типа 7 возьмем. А здесь что-нибудь типа там 4 возьмем. Это дистанция, да, от города до города, скажем. Так, начинаем с А. У нас с А конкретно подсоединены только Б и Д. То есть к ноду А у нас соединены Б и Д. Остальные не подсоединены. К Б идти 5,5 километров. Мы говорим ту, да, ту. В Б идти 5 км, а откуда ты идешь? То есть, чтобы в Б, именно в нод Б ты откуда прыгаешь? Последний прыжок ты откуда делаешь? Я из А прыгаю в Б, последний прыжок. Сейчас вы поймете, что это такое. То есть, чтобы в Б прийти, перед Б, да, чтобы перед Б ты какой нод посещаешь, чтобы попасть в Б? Я посещаю А. Ну, тут понятно, что я из А иду в Б. Пока все как бы ясно. В Д тоже из А иду в Д. Дистанция 1 км. Из А иду в Д, дистанция 1 км. И тоже иду из А, из нода А. Остальные все отметим инфинитив. Здесь, когда объясняют, говорят инфинитив, но по сути, когда вы будете реализовывать, вы же не будете писать инфинитив. Вы напишите максимально какой-то интеджер. Там же есть функции типа int max, integer get max, что-то такое. То есть максимальное целое число можете сюда написать, чтобы понять, что здесь как бы инфинитив типа. Или какое-то свое значение, может, минусовое какое-то значение, чтобы понять, что это инфинитив. Как вам угодно, окей? Почему? Вот этот инфинитив означает, что из А напрямую попасть в С, в Е, в F, в G нельзя. Только можно в Б и в Д напрямую. Но это пока, сейчас поменяем все. Теперь смотрите. Мы уже посчитали, что из А можно в Б и в Д попасть. Это мы все уже написали. В Б за 5 км, в Д за 1 км, из А. После этого я пишу, что я А уже посетил. Что этот нод я уже посетил, как бы, да, visited, типа. Это у нас, пусть будет visited.
посетил. А теперь смотрю, в этой таблице ищу, именно вот в этих дистанциях, ищу минимальную дистанцию. Минимальная дистанция, по сути, это 0, но 0 мы брать не будем. Почему? Потому что мы ну, 0 вообще здесь не надо брать, потому что он сам к себе не будет идти. Вот этот 0 не считаем. Идем дальше, смотрим. У нас есть 5 и 1. У нас есть 5 и 1. Минимальный из них это 1. 1 это что за нод? Это нод D. Окей, мы говорим. Теперь мы будем рассматривать с нода D. До этого мы рассматривали с нода A, типа куда идти. Давайте все это выкину. Что-то мешает этот WhatsApp. До этого мы с нода А проверяли. Теперь мы проверяем с нода Д. Почему с нода Д? Потому что мы здесь нашли минимальный дистанс, это 1. А 1 это как раз таки дистанция ДД. Ищем с Д теперь начинаем. С Д куда можно попасть? Можно попасть в А, но А у нас visited. Тогда мы его игнорируем. Можно попасть в С и в Е. Вот здесь теперь смотрите, народ. Давайте вот этот путь. Из Д можно попасть в С. За 2 км. Но это из D за 2 км. Мы же ищем именно с А, сколько идти с А до С, по сути. Да? Делайте следующим образом. Из D в С 2 км, это означает, в С я могу попасть из D, последний нот будет D, да? Чтобы попасть в С, я должен из D прийти к нему, из D к нему прийти должен. Но здесь 2 км, но вы не пишете сюда просто 2. Вы смотрите, сколько км у нас до D? У нас до D сколько км? 1 км. А от D до C 2 км. То есть 1 км плюс 2 км, 3 км. Понимаете, да, логику в том, что мы считаем километраж не от D до C, а по сути от A до C. Это 1 плюс 2. Это 3. Просто в реализации вы это как делаете? Если мы идем от D до C, вы берете вот это D, ищите его здесь, берете его километры сколько, потом смотрите, вот это 1, да, запомнили? От D до C сколько? Это 2, вот этот H2. И вы плюсуете 1 плюс 2, 3. Дальше. Вот этот путь не посещали, он видит, C уже сделали, считайте. И от D до E. От D до E 3 км. Но 3 км плюс 1 км, потому что мы идем же от D все-таки. 1 км плюс 3 км. Значит, до E попасть это 4 км. Правильно, да? То есть 1 километр до D, чтобы дойти, от А до D 1 километр, и от D до E 3 километра. 4 километра. И последний узел, чтобы на E прыгнуть, да? Откуда мы прыгаем? Мы прыгаем от D. От D прыгаем. И вы пишете, что здесь мы прыгаем от D. На E мы прыгаем от D. Последний нод, да, перед ним стоящий. После того, как от D вы все пути посмотрели, посчитали, здесь написали, вы говорите, что у вас D уже посещенный, визит. То есть якобы вы его теперь вычеркиваете. Якобы. Теперь здесь мы ищем опять же в дистанциях самый минимальный, кроме нуля, да? Самый минимальный. Самый минимальный у нас 1. Но 1 мы рассматривать не будем, потому что 1 он для D, а D у нас уже visited. Игнорируем. Следующий минимальный у нас 3. Это C. C у нас не visited. Окей, давайте теперь с C рассмотреть. С этого C. Блин, надеюсь, успеем сейчас. Давайте. От С у нас есть путь в D, но мы его читать не будем, он у нас уже visited, типа назад к нему не будем ходить. От С у нас есть путь в B, видите, да, в B, 1 км. Но к этому 1 км мы плюсуем, мы же от С к B идем. Чтобы дойти до С, это 3 километра, да? Это вот это раз, 2 километра, 3 километра, чтобы до С дойти. А с С, чтобы до B дойти, плюс 1 км. То есть 1, 2, 1, это 4 км. 3 плюс 1, до B идти 4 км. И теперь сравниваем. 4 и 5. Какой из них минимальный? Конечно, 4 это shortest champion. То есть здесь видите, как он смотрит. Он говорит, что можно напрямую 5 км пройти. Или можно в обход 1, 2, 1, 4 км пройти. И мы, конечно, выбираем 4. То есть вместо пятерки мы делаем 4. Теперь мы говорим, чтобы сделать 4 км, ты идешь не из А напрямую, не из А вот так напрямую идешь в Б, а вот так, значит, через С ты попадаешь в Б.
Теперь не из А, а через С. Типа из А было 5 кома, а через С ты попал 4 кома. Это шортность получается. Видите, как это делается? Следующий путь. Мы, получается, D посмотрели, B посмотрели, в G4, а C в G4. Смотрим G infinitive, или там большой integer. И от C в G4, 4 плюс дистанция до C, 3. 4 плюс 3, 7. 7 меньше, чем infinitive, да. Значит, вместо infinitive у нас 7. И откуда мы прыгаем в G? Мы прыгаем от C. Мы пишем, что здесь прыгаем от C. И последнее от C в E. Это у нас E. Страшно нарисовал. E. 2. От C в E 2. Получается у нас до C идти 3. И от C в E 2. 3 плюс 2 5. И смотрим. В E у нас уже стоит 4. И у нас есть 5. Конечно, 4 меньше, значит мы его не трогаем. То есть в E можно попасть вот так. То есть 1 и 3, да? Это 4 кома. Или можно попасть 1, 2, 2, 5 кома. Ну, конечно, вы оставляете 4, потому что минимальный, не трогайте. То есть тот путь, который идет через D, который идет через D вот так. Не вот так, а вот так. То есть A, D, E. Все, после C мы закончили, мы во все 4 стороны походили. Значит, C у нас visited. C у нас visited получается, да? Ищем следующий минимальный. Получается, вот это у нас visited C, у нас visited A, у нас visited D. Да? Ищем минимальный, который мы еще не посещали. Это или 4, или 4, или 7. Кстати, можете взять любой из этих четверок. Да, любой из них. Ну, давайте возьмем, например, B. Давайте возьмем B, например. Берем B, 4, и от B смотрим. Мы в A не можем пойти, он visited. В C не можем пойти, visited. Остается только E. А, F, F, sorry, F. Вот, F. От B до F 7. Плюс до B идти 4. 7 плюс 4, сколько? 11. 7 плюс 4, 11. То есть до F идти 11. 11 меньше, чем infinitive, да? Тогда 11 пишу. И откуда я прыгаю до F? От B. Последним я прыгаю вот от B иду. То есть последний нот перед тем, как посетить F, это B. B. Все, от B больше нету путей. Мы говорим, что B visited. Ищем следующий минимальный, B у нас visited. Следующий минимальный, опять же, это четверка, E. Смотрим, от E куда можно попасть? Вот E. Visited, visited, DC у нас visited, остается только G. До G идти 3 км, а до E идти 4 км. 4 плюс 3, 7. 7, 7, как бы ничего не меняет, давайте не будем. То есть ты попадаешь и через C, или ты попадаешь через E. Вот смотрите, то есть вот так. Что ты вот так идешь? 1, 2, 4. Это 7, да, получается? Отсюда 1, 2. То есть давайте объясню так. Вот отсюда сюда. Вот так. А до Д 1. Плюс Д, С 2. С, Ж 4. То есть 7, кома, или вот так, да? 1, 3, 3. Тоже 7. То есть разницы нету. Оставляем, не меняем. Еще куда можно от Е? Все, да? Вот это visited, visited, вот это хотели сделать, но это одно и то же, что вот так идти. Не трогаем. E у нас visited, visited получается. E у нас тоже visited. Теперь F и G остается. G наименьше 7. Смотрим от G. От G, E у нас, кстати, visited, да, тоже мы записали его. От G в E не можем, visited, visited, остается только в F. В F идти 2. От G до F идти 2. От G до F 2 плюс до G идти 7. 7 плюс 2 – 9. 9 меньше, чем 11? Меньше. Значит, мы нашли еще короче путь. Не 11, теперь 9. Но который идет не от B, а идет от G. То есть раньше от B до F попадали за 11, да? Вот типа 1, 2, 1, 7. Это сколько? 11. 1, 2, 1, 7, это 11. Вот этот путь был раньше, типа 11. А сейчас мы нашли путь вот такой. Сам уже буду точно. Вот 1, 3, 3, 2, 9. Поняли, да? То есть раньше вот этот путь был, теперь вот этот путь. Ой, да, вот этот путь. В круговой, который. Он шортест через G, который ведет. Последний G и после этого F.
Больше у G ничего нету. Мы на G все посмотрели. Jonas visited. Остается только F. Jonas visited. F. От F куда можно попасть? Visited, visited. Все, никуда не попадешь, все так и остается. F тоже visited, получается. После этого смотрите, в чем получается прикол. Теперь у тебя вот в этой таблице содержится информация, куда ты можешь, ну, информация о том, что ты можешь из А, из нода А, попасть в любой другой нод за сколько километров. От А хочу попасть, скажем, в Е. Сколько километров? 4. Минимально, да? 4. Проверяем. От А до Е. 1, 3, 4. От А до G. За сколько могу? От А до G минимально 7. Смотри. То есть можно вот так попасть. 5, 7, 2. Это будет много. Да? 5, 7, 2. Это у нас... Сколько это? 14. А мы именно минимально ищем. Минимально это получается вот этот путь. 1, 3, 3. От А до С. От А до С попасть минималка 3. 1, 2. Можно вот так сверху 5, 1, 6. Но минимальный шорт эспаза это 1, 2. Который ведет в С именно через D. Через D идет. Тух-тух. И вот по этой вот таблице вы можете понять от А, куда, ну, типа шорт эспаза, начиная от А в любой другой нод. Да? Если вас попросят нарисовать, скажем, путь, то есть задание будет именно нарисовать путь. Скажем, от А до Г попасть в путь. Что вы делаете? Вы берете в стек. Делайте следующим образом. Вы берете вот этот G, куда нужно попасть. G. Смотрите G. Чтобы в G попасть, вы должны посетить C. Вы берете в стек, пихаете. Вот давайте вот здесь какой-нибудь стек нарисуем. Чтобы в G попасть, вы должны посетить C. Берете C. Чтобы в C попасть, вы должны посетить D. Чтобы в D попасть, вы должны посетить А. Вот откуда мы идем, это А. Все. Поняли, да? Shortest pass и именно такой, что это же стек, потом начинаете сверху вытаскивать, будете, скажете сперва А, потом D, получается А, потом D, потом C, вот это C, потом G. Вот он, shortest pass. А, D, C, G. Который к чему равно? Равно 7. 7 километров. Shortest pass. Вот этот Jigster алгоритм, надеюсь, я объяснил. И в реализации можете использовать массив вертексов, тоже массив вертексов. Это to, это from, два массива вертексов. Это массив интегеров, просто дистанции, да, которые тоже меняются. Еще какой-то массив visited делать, или не знаю, как хотите. То есть 100-500 методов реализации этого алгоритма. Если же это будет именно direct этот алгоритм, да, то есть когда есть прям направление, то же самое делайте, просто что? Делайте то же самое, просто, например, да, давайте сейчас нарисую опять. Так. Так, я примерно запомнил. Да, я примерно запомнил, но на всякий случай давайте вот так возьму, вырежу. Время есть. То есть, если у вас это будет типа направленный граф какой-то, давайте вот. Тот же нарисуем, тот же самый, только. Например, прям направление есть, да, скажем. Например, сюда, сюда, сюда. Так, успеваем вроде. Скажем, вот все ведет сюда. И вот так, вот так, вот так. Где-то могут быть направления типа вот такие вот. Вот такие вот, в обе стороны. Помните, я вам говорил, что там, например, от одного города за какую-то цену едешь в другой город, а обратно едешь за другую цену, например, потому что там типа такси дороже. Тоже может быть здесь, ну, не в этом суть. Здесь то же самое может быть. Это что у нас? А, Б, Ф, Г, С, Д, Е, да? 1, 5... 7, 4, 2, 3, 2, 2, 3. Все, тут можем удалить. Делайте то же самое, только что. Например, когда от А считаете, до этого было как? Ты считал и в Б сколько, и в Д сколько.
Теперь ты считаешь только в Б, сколько, потому что ты в Д не можешь попасть. И в этом случае, например, если скажут от А, типа найди таблицу от А, у вас только будет что? Если вот эту таблицу написать, to distance from, да? Ох, какая длинная лекция получилась, не ожидал. Реально сложная лекция. Вот этих алгоритмов еще много. Сколько успеем, пройдем. Главное, чтобы вы понимали суть. Например, если от А 0 до себя, да, это то же самое. Потом, скажем, здесь B, C, D, E, F, G. От А можно попасть в B, правильно? Сколько за 5? За 5 можно от А попасть в B, за 5 км. Но в D ты не попадешь. Это остальное все у нас будет инфинити. И все, получается, если щит А, потом от B ты можешь попасть в F. Это плюс 7. 5 плюс 7, 12 в F. 12. Вот последний нот это B. То есть в F, чтобы попасть, ты должен попасть от B. Потом от F ты можешь попасть в G. Плюс 2. 12 плюс 2. 14. 14. И идешь от F. А от G ты никуда не попадешь. Остальное все останется типа инфинитив. Это означает, что если ты берешь как... Откуда ты начинаешь, берешь как А нот, то ты можешь только попасть в B, в F и в G. В С, Д, Е ты не сможешь попасть. Ну, по сути, посмотрите, как ты попадешь в С. Тх, так ты не можешь идти. Тх, тх, все. Ты только можешь попасть вот эти вот в 3 ноды. Да? Он это и показывает, что ты сюда никак не попадешь. Другое дело, если идти от, скажем, там, от G, а нет, от Е, например, от Е, если идти. От Е, да? Вот мне от этого идти. То ты можешь попасть в любой нод. Просто и опять начинать считать. 3, 2, 3... Да, ну, то есть та же самая логика, только ты назад не можешь. Если ты можешь считать от D в C, но от C в D ты не будешь считать, получается. Да? То есть направление просто не двустороннее, а одностороннее направление. А логика та же самая. Вот и все вроде, что касается Jigster алгоритм. Домашка будет, я сегодня сделаю, домашка будет изучить именно Jigster алгоритм. То есть при и Круск алгоритм надо понять максимально, повторить. Почему? В термах, на дефенсах, на файналах будем спрашивать. Jigster алгоритм то же самое, везде будем спрашивать, но плюс еще будет домашка на его реализацию просто. То есть вот такая простая домашка, не знаю, для кого-то простая, для кого-то сложная, но так, короче. Сильно грузить сейчас не будем, потому что идут мидтермы, начинаются уже на следующей неделе там и так далее. Вопросы, если есть, задавайте. Если нету, старосты и все, кто здесь сидят, сейчас, когда будем выходить, проследите, чтобы все вышли, чтобы у меня видео осталось. Сейчас я видео выключу. Давайте вопросы, народ. Так, видео давайте. Стоп. Стоп.